Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. 31 июля – последний день месяца. Всего один шаг все изменит. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Наступает день, управляемый непростыми, но все же нейтральными 26-ми лунными сутками, пробуждающими в нас лавину чувств. В эту пору многие будут зависеть от вашей осознанности и способности справляться с трудностями, не прибегая к негативу и агрессии. Будьте терпеливы, не допускайте раздражения и не участвуйте в конфликтных ситуациях. Учитесь прощать окружающих и их огрехи. Наполните свое сердце бескорыстной любовью, и тогда в этот трудный период принесет он только добрые и яркие события. Особенности этого дня. Энергии знака близнецов, в котором сейчас находится наше ночное светило, не зря называют двойственными. Сегодня они могут как помочь вам обрести гармонию, так и помешать этому. Все будет зависеть только от вас и вашего выбора, который нельзя назвать простым и понятным. Этот период может сопровождаться некоторой оторванностью от реальности, из-за чего вам будет непросто понять, в каком направлении следует двигаться, чтобы достичь успеха. В такое время эмоции стремятся выйти из-под контроля, но допускать подобного нельзя. Под влиянием сиюминутных желаний вы рискуете совершить серьезную ошибку, исправление которой отнимет не только время, но и ваши силы. Период власти 26-х лунных суток может оказаться достаточно сложным, поскольку вам будет трудно игнорировать провокации и искушения, которые его сопровождают. Однако, проявив должную самодисциплину и внимательность, вы сумеете избежать его трудностей и провести это время максимально позитивно. Чтобы снизить риски, постарайтесь избежать каких-либо активных действий, трезво оценивайте свои возможности и перспективы, не действуйте спонтанно. Старайтесь не расходовать впустую имеющиеся силы, а для этого проводите день спокойно, избегая конфликтов, ссор и лишних разговоров. Не позволяйте эмоциям, которых сегодня будут в избытке, влиять на ваши решения и поступки. Сиюминутные порывы могут спровоцировать множество неприятных последствий, так как вам будет сложно критически оценивать происходящее. Из-за возросшей впечатлительности вы можете оказаться в плену чувств, мешающих рационально оценить ситуацию, заставляя вас чрезмерно эмоционально реагировать на самые простые и привычные вещи. Будьте осторожны, сегодня ваши переживания могут усиливаться, в результате небольшая грусть станет причиной депрессии, а легкое волнение быстро перерастет в истерику. По этой причине приложите все свои усилия, чтобы сохранять объективность и избегать конфликтных ситуаций. Советы и рекомендации этого дня. Эта среда является подходящим временем для вдумчивой и спокойной работы. Откажитесь от идеи начать что-нибудь значимое, предпринять необычные шаги, начать модернизацию или ввести в эксплуатацию недавно купленное оборудование. Все это может привести к неприятным последствиям, поэтому займитесь только привычными делами. Даже если вам кажется, что задуманное при его немедленном воплощении в жизнь вознесет вас на вершину, не торопитесь к активным действиям. В эту пору риск переоценить свои силы особенно велик, поэтому ваши усилия могут обернуться крахом. Так как день нередко сопровождается повышенной эмоциональностью, общение с коллегами и партнерами лучше свести к минимуму. Сегодня каждое неосторожно оброненное слово может спровоцировать конфликт, а напряженная атмосфера в коллективе будет возникать из-за любой мелочи. По этой причине постарайтесь отложить все коллективные проекты, перенесите тренинги, совещания. Проявите терпение и не поддавайтесь на провокации, старайтесь сгладить все имеющиеся разногласия. К решению материальных вопросов сегодня следует подходить с максимальной осторожностью. Совершайте необходимые покупки не запрещено, но старайтесь избегать манипуляций с крупными суммами. Не оставляйте без присмотра вещи и старайтесь не демонстрировать свой достаток, так как 26-го на сутки повышается опасность краж. Даже избегайте предоплат по контрактам, инвестиций и не оформляйте кредитов, не давайте деньги в долг. Даже если вы уверены, что поступаете правильно, под любым предлогом перенесите решение хотя бы на сутки. Вполне возможно, что уже завтра откроется новая информация, меняющая все в корне или изменится текущее обстоятельство. Постарайтесь найти время для заботы о себе. Это неплохое время для занятий спортом, но не стоит излишне нагружать организм. Отдайте предпочтение упражнениям на растяжку, плаванию, аэробике. Приветствуется посещение массажного кабинета, а также косметического салона. Поухаживайте за своей кожей.
Общение сегодня будет проходить не самым лучшим образом, особенно если вы плохо знаете собеседника, поэтому от романтических знакомств лучше отказаться. Если у вас уже есть вторая половина, проявите максимум бдительности и самоконтроля. Не допускайте болтливости, так как вы можете случайно раскрыть информацию, с которой ни с кем не хотели делиться. Также это неподходящее время для выяснения отношений, так как они могут вылиться в длительную ссору. Не стоит назначать на 26-го на сутки важные события, такие как помолвка или бракосочетание, так как его энергии помешают молодой семье обрести семейную гармонию. День не подходит для расслабления и безделья, поэтому заполните все свое свободное время максимальной активностью. Чтобы избежать застоя энергии, сделайте уборку в доме, займитесь творчеством, освойте новые хобби. Также этот период очень хорошо подходит для кулинарных экспериментов. Блюда, в которые вы вложите душу, окажутся особенно вкусными и полезными. Магические ритуалы этого дня. Энергетика 26-х лунных суток отличается мощью, но при этом потребует от вас сосредоточенности и осторожности. Сегодня не стоит проводить первые в своей жизни ритуалы, заниматься посвящениями, так как все может пойти совсем не так, как планировалось. В то же время обряд, проведенный по всем правилам, будет особенно сильным и эффективным, позволяя получить все, о чем вы мечтаете. Исправляем сложную финансовую ситуацию. Если, несмотря на все прилагаемые усилия, ваше материальное положение далеко от идеального, а непредвиденные расходы постоянно портят имеющиеся планы, и этот ритуал поможет вам выбраться из долгов и восстановить денежные потоки. Приступать к нему нужно на рассвете. Вам нужно сделать следующее. Просто встать на рассвете, подойти к окну, посмотреть на небо. Подумать именно о том, как вы улучшаете свою финансовую ситуацию. Далее нужно сказать такие слова. 40 святых меня сопровождали, серебряные и золотые свечи в руках держали, от меня нищету и беды отгоняли, достаток мой дом впустили, меня от нищеты надежно закрыли. Истина. Сказать нужно один раз, далее чисто символически откройте окно, впуская солнечный свет. Чтобы любимый не изменял. Даже самые гармоничные отношения могут пострадать от появления соперницы, стремящейся увести мужа из семьи. Если вы заподозрили, что эта ситуация коснулась и вашего семейного союза, добиться верности супруга поможет простой обряд, для которого вам понадобится любой элемент одежды, соприкасавшийся при носке с его кожей. Важно, вещь придется уничтожить, поэтому берите то, что приготовлено на выброс. Далее, улучив момент, когда будете дома в одиночестве, наговорите на выбранный предмет такие слова. «Блуд выгоняю, порочную страсть сжигаю, от приворотов охраняю, между нами никому лишнему не бывать, предательством и изменой семью не разрушать, быть посему». Сказать нужно 3 раза. После этих слов сожгите выбранную вещь в жаростойкой емкости. Если такой возможности нету, то обязательно сразу унесите из дома подальше и с такими словами. «Измены мимо пройдут, от нас за 7 морей уйдут». Говорим 1 раз. От тоски. Печаль, подавленность, депрессия – эти состояния знакомы многим. Однако, поселившись в душе, они не собираются уходить, мешая жить полноценной жизнью. Чтобы исправить эту ситуацию, проведите несложный ритуал, который избавит вас от неприятных эмоций. А для этого возьмите красную шерстяную нитку, повяжите ее на правое запястье. Проделав это, скажите: «В душе сидит чернота, маята, жить мешает, место занимает. Ты, чернота, от меня уйди, прочь за ворота пойди. Ты, печаль, тоска, не тревожь больше меня. Ты, иди, дорога тернистая, да сгинь в болоте лесистом. Ножа плесны свою черноту напускай, а меня не грызи, ко мне больше не иди». Сказать нужно 1 раз. Народным приметам в этот день отмечали Амельянов день. Родившиеся в последний день июля личности откровенные и благородные. Благодаря общительности и лидерским задаткам чаще всего популярны в коллективе и имеют много друзей. Характер же диктует им выбор основной сферы деятельности. Работая с людьми, реализуя и возглавляя различные проекты, они получают все шансы добиться успеха, а их талисман считается янтарь. С Амельянова дня на Руси заканчивалась жатва и начиналась пора заготовки ягод, зелени, овощей и фруктов для длительного хранения. Хозяйки перебирали, сортировали урожай, варили варенье и закручивали соленья на зиму. Поскольку полевые работы отнимали у крестьян много сил и здоровья, то в этот день традиционно посещали баню, чтобы очиститься от хворей и прогнать из тела накопившуюся усталость.
По традиции веники в этот день изготавливали из стеблей зерновых культур и ароматных луговых цветов. Так как баня считалась местом пересечения мира живых и мертвых, то ходили в нее с осторожностью. Перед входом снимали нательный крест и обязательно приносили дополнительный комплект из полотенца и веника банному духу-баннику. По поверью, люди, находящиеся в не самых худших отношениях, 31 июля могли наладить их, просто посетив вместе баню. Обычно такую встречу организовывали третьи лица. Обиды между людьми уходили прочь. Также в этот день проводили еще практику на здоровье. Нужно было взять емкость воды, любой стакан, далее 7 раз на него сказать: «Вода кристально чиста, от грязи душевной болезни исцели меня». Говорили 7 раз, а далее просто этой водой умывались. Сны в этот день предвекают человеку тревожные события скорого будущего. Стоит внимательно отнестись к ним и тщательно проанализировать увиденное, чтобы максимально обезопасить себя в реальной жизни. И перед сном, как обычно, один раз повторяем такие слова: «Я отпускаю все, что мне мешает развиваться и процветать». Говорим один раз.